Надо записать принцип действия игры в лазерке с лазерной указкой. Так вот, выматываем. А ему все надо еще и еще. Никак не получается умотать. Энергии так и прет. Как его успокоить? И так уже неделю. Ходит гулять только с ней. И мы не устаем, и ему приятно, да? На пробежку больше не побежит? Нет. Все, вот так вот следит за ней. Оп. Бегун. Давай, 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 вперед, 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 вперед. Все, назад пешком. Вроде устал, а вроде и нет. И опять. Все, завязывай, Арти. Не поймаешь ты ее. Все. Никак поймать не можно. Потерял. Бесполезно. Вот прошло уже 20 минут, а мы все гоняем. Не стал уже это записывать. Но все бегает. Устал, но бегает. Бесполезно. Эта собака никогда не выматывается. О. А сейчас ее уберешь, будет ее искать. Так выключи. Что, нету? Все? Где? Все. Давай, говорит, еще. Еще готов играть. Где лазерка? Где? Ищи. Ищи. Где? Где ищи? Ищи. В кармане.
Все. Его трясет. Его прям трясет. Вот. И опять началось. Нет у него кнопки выкл. Заметь, как сейчас его будет трясти. Я только вижу, как он дышит. Смотри, подожди. Все. Все. Увидел. Все. Началось. Это бесполезно. Выключить его нельзя. Это вообще усталости вообще нету. Собака выносливая вообще просто. Я бы давно уже устал. Все. На этом, наверное, можно закончить. Наши прогулки. Крадется, крадется, крадется. Оба. Не поймал. Охотник. Все, ладно. Заканчиваю.